Добрый вечер, меня зовут Папанин Алексей. Спасибо, ребят, за интересную дебату, дискуссию. Вот как понять, предприниматель ли ты? Я сам по себе такой жесткий корпорат, и я во всех своих корпорациях, в которых работал, я везде жестко предпринимал. И так получалось, что я доходил до уровня генерального директора и упирался в потолок. То есть я предпринимал что-то, реализовывал. Ну, человек делал постоянно, да? Давай сделаем это. Пока мне говорили стоп. Вот, и в 2015 году я уже начал задумываться о собственном деле, но что тут держит? Я вот никак не могу понять, где моя точка, вот эта активация. Вопрос другой. Мне кажется, он очень просто. Действительно, что такое страх? Это боязнь каких-то негативных изменений, которые могут прийти в твою жизнь. В случае, когда ты генеральный директор, то ответственность за твою жизнь в целом, как бы, и за твою семью лежит на компании. И это нормально. Это абсолютно нормально, потому что ты продаешь свой профессионализм. Ты знаешь, как достигнуть результата. Ты умеешь это делать. За это корпорация тебе адекватно платит. Во второй стороне, тебе нужно будет признать и взять ответственность на самого себя. Да. И вот вопрос готовности взять ответственность. И как правильно сказал, и я это тоже проходил, и банкротство. Ну, сейчас, к счастью, не 90-е, нас раньше били. Вот. Некоторых убивали. Некоторых убивали, в этом смысле мне повезло, да. Поэтому вот здесь вот есть такой момент, он может быть. С точки зрения корпорации, у тебя прекрасная карьера, и выйдя с этой, пойдешь в следующую, если хочешь. Или в стартап академию.